Об этой трагедии, друзья, российский шоу-бизнес знал еще вчера вечером. Почему об этом нигде не говорили, почему об этом не сообщалось в новостях, никто не знает. Подпишитесь срочно на наш канал и смотрите наши новости каждое утро. Мы благодарны вам за всю вашу поддержку. Вчера вечером в Кремле проходил большой концерт российских звезд. За несколько минут до выхода на сцену стало плохо известному российскому певцу и музыканту Виктору Салтыкову. В срочном порядке бригады скорой помощи артист был госпитализирован в одной из больниц города Москвы. Его выступление было снято. На данный момент Виктор Салтыков находится в больнице. Родные сообщают о том, что медики пока что-то умалчивают и не хотят рассказывать, в каком состоянии находится сам певец. Поэтому подробностей, к сожалению, нету. Смотрите наши новости, уже в следующем выпуске мы приготовим для вас свежую информацию, друзья, по поводу данной трагедии.